Машинки, сериал для мальчиков. Биби. Ой, Прабу, у меня поломка. Прямо на дороге? Тогда нужно вызывать эвакуатор. Эвакуатор – это особая машина, которая может перевести другую машину, например, с места поломки к месту починки. У эвакуатора есть платформа для перевозки автомобилей и кран для их погрузки и разгрузки. Значит, эвакуатор спасает поломанные машины. Не только. Эвакуатор очень важен для города. Иногда водители неправильно паркуют свои машины и мешают этим другим участникам движения. Автомобиль нарушителя увозят на штрафстоянку. Забрать его можно, заплатив штраф. Алло. Похоже, у водителя эвакуатора сегодня родится малыш. Так он пропустит рождение малыша. Единственный выход – разобраться с пробкой. А для этого нужно устранить ее причину. Что теперь делать, Прабу? Старая городская вентиляционная шахта. Или старая ветка метро. Или старая городская канализация. Или старинный подземный ход. Thank you.
шляпу? Конечно, бери. И тут на улице оказалась огромная шляпа. Хорошо, что поблизости был эвакуатор. Друзья, не пора ли отвлечься от мультиков и проверить, хорошо ли припаркованы ваши вещи? Может быть, самое время сделать уборку? Машинки. Сериал для мальчиков. Ого, в нашем городе теперь растут пальмы. Ну да, лето же. Да, лето — это здорово. Жара, солнце. Правда, летом на дороге много пыли. С пылью поможет справиться поливальная машина. Поливальная машина – это служебная машина. У нашей поливальной машины есть большой бак с водой, водяная пушка и разбрызгиватели. Она заботится о том, чтобы дороги были чистыми. От жары в пруду испарилась вода. Киту никак нельзя без воды. Поливальная машина поможет ему. Но ведь вода в поливалке кончится раньше, чем жара. Кита нужно срочно перевести в море. Сдвинуть дерево не получается. Что делать, Прабу? Используем водяную пушку на нашей поливалке. Ура!
Хорошо, что на свете есть поливальные машины. Друзья, хватит сидеть перед экранами. Лучше поиграйте со своими машинками. Машинки. Сериал для мальчиков. Ого, как громко. Интересно, что это за машина? Правда, это не машина, это трактор. Трактор? Это тоже машина, Коля. Просто особенная. Ой-ой. Ага. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Трактор не умеет быстро ездить, зато это очень сильная машина. Если прицепить к нему плуг, трактор легко вспашет землю. А если прицепить специальное оборудование, трактор сможет засеять целое поле и даже убрать урожай. О! Подальше от города, в какое-нибудь красивое место. Он не справится! Не переживай, Коля! Трактор очень сильный! А еще посмотри на его колеса! Они широкие и со специальными грунтозацепами, чтобы цепляться за землю! Прабу. Можно построить плот. Точно! Давным-давно, когда машины еще не изобрели, так против течения реки поднимали корабли. Только вместо тракторов использовали лошадей. Ой-ой! Ой, ой. Ага.
жил в деревне? Да, жил. Конечно, удобств там меньше, зато природа ближе. А хочешь, мы прямо сейчас в деревню махнем? Конечно! Поехали! Я с утра заправил машину, бензина хватит. Ребята, а вы давно были на природе? Выключайте экраны, берите родителей и скорее на свежий воздух! Там столько интересного! «Машинки» – сериал для мальчиков. Коля, ты куда? Я еще очень люблю мороженое с вареньем. У меня же есть стружка шоколада. Коля, ты цел? Вот был бы холодильник на колесах, чтобы не бегать туда-сюда. Холодильник на колесах уже существует. Называется авторефрижератор. Как авторефрижи? Авторефрижератор. И что, там холодно, как в настоящем холодильнике? Даже больше! Иногда температура может доходить до минус 20 градусов по Цельсию. В фургоне есть холодильная установка, которая производит холод, а специально изготовленные стенки сохраняют его. Вот почему именно авторефрижератор. Ну да, он развозит мороженое в магазины, чтобы оно не растаяло по дороге. Авторефрижератора. А что в нем еще можно возить, кроме мороженого? Мясо, молоко и многие другие продукты, которые от тепла могут испортиться. Даже бывают авторефрижераторы для перевозки арктических животных. Мама, купал! Мама! Я знаю моржей. Они арктические животные. Без холода им не выжить.
зоопарка думает, что наш водитель хочет продать ему мороженое. Рупор, рупор, возьмите! Он съел все мороженое. Как и мы. Вот какой полезный оп... автор рефрижератор. Ребята, спросите родителей, не слишком ли долго вы смотрите мультики? Может, вам пора во что-нибудь поиграть? Машинки. Сериал для мальчиков. Оля, привет! Что ты тут делаешь? Это же сериал для мальчиков. Ну и что? Можно мне поиграть с вами? Конечно, можно. Смотри, какую большую башню я построил. Прабу, у меня уже второй раз башня падает. Чтобы построить очень высокую башню, тебе нужен автокран. Специальный кран, чтобы поднимать людей? Да, в таких люльках удобно менять лампочки уличных фонарей. Работать на автокране можно только в каске и специальном поясе безопасности. Какая огромная! Наш автокран не дотянется. Да, для работ на такой высоте нужен автокран с телескопической стрелой. Телескопической? Как моя удочка. Точно! Этот кран точно дотянется до котенка? Конечно! Самые большие автокраны поднимают груз больше, чем на 100 метров!
Переношу груз на вершину небоскреба! Какой хороший из тебя автокран получился, Прабу! А мне понравилось играть с тобой, Оля! Я люблю машинки, хоть я и девочка! Эй, мальчики и девочки! Чем сидеть перед экраном, лучше поиграть вместе! Можно придумывать истории и разыгрывать их со своими игрушками! Машинки! Сериал для мальчиков! А во что будем играть сегодня? Похоже, сегодня снова играем в стройку. А какая машина нам понадобится? Много разных, но для начала бульдозер. Бульдозер всегда приезжает на строительную площадку раньше всех. Ведь он должен подготовить место для работы всех остальных машин. Бульдозер – самая могучая машина. У нее есть гусеницы, позволяющие пройти где угодно. И огромный отвал, которым он может убрать любое препятствие. А с чем еще может справиться бульдозер? Одному бульдозеру однажды удалось спасти целый город. Ha ha ha!
бульдозеру надо спешить, а он такой медленный. Тогда пусть другие машинки придут к нему на помощь. Ура! Теперь это бульдозер герой. Хватит смотреть мультики! Айда на озеро! Купаться! Машинки. Сериал для мальчиков. Прабу, давай лучше в машинки поиграем. Такой ливень! Концерт, наверное, отменят. Коля, музыканты играют при любой погоде. Помню, был один случай на пароме. Иногда машине нужно пересечь озеро, реку или залив. А моста нет. Тогда на помощь приходит паром. Машины заезжают на паром по специальной откидной платформе – аппарели. Заезжать на паром необходимо по очереди, чтобы ни одна машина не упала в воду. Машины на пароме ставят не как попало, а ровно, как на парковке. Так на палубу помещается больше машин. Водитель обязан покинуть машину для безопасности. Коля, ты готов? Концерт скоро начнется. Нам пора выходить. Теперь ты не промокнешь. Спасибо, дружище. Машинки. Сериал для мальчиков. Прабу, лучше бы мы еще поспали. Сегодня мы поговорим о машинах, которые просыпаются очень рано. Зачем рано? Выходной же. А как же свежий и ароматный хлеб? Кто привезет его в магазины? Грузовые машины! Точно, Коля! У грузовика есть кабина для водителя и кузов для груза. А еще у него мощный мотор, чтобы этот груз везти. Прабу, а ты когда-нибудь ездил на грузовике? О, было дело, когда в цирке работал.
А если грузовик сломается или застрянет по дороге? О, это очень плохо. Ведь тогда водитель не сможет доставить груз вовремя. Ой, в такой луже любой грузовик застрянет. Военный грузовик не застрянет. Некоторые грузовики умеют поднимать кузов, чтобы высыпать груз. Такие грузовики называются самосвалами. Стоять позади работающего самосвала нельзя. Водитель может тебя не заметить. Смотри, Браво! Теперь у нас настоящий парад! Это называется автоколонна. Цирковая автоколонна! Конечно. Но начинать нужно с одной. Ребята, а вы давно были в цирке? Хватит смотреть мультфильмы! Попросите родителей сходить с вами на настоящее цирковое представление! Машинки. Сериал для мальчиков. А про какую машину сегодня будет история? Про пожарную машину. Пожарная машина – это большая машина. У пожарной машины большие колеса, чтобы можно было проехать там, где другие машины проехать не смогут. У пожарной машины есть шланг, чтобы тушить огонь. У пожарной машины есть длинная-длинная лестница, чтобы спасать из пожара. И у пожарной машины есть сигнал и сирена, чтобы предупреждать всех о том, что она торопится на пожар. И что, другие машины должны уступать ей дорогу?
Обязательно! Ведь если где-то начался пожар, то пожарной машине надо ехать туда как можно быстрее! При пожаре звонить 112. А что, если пожарная машина не успеет вовремя приехать? Этого нельзя допустить, ведь огонь – это очень опасно. Нравится пожарная машина. Она такая классная. И пожарные очень любят свою машину. Моют ее, чинят и, наверное, ездят на ней в выходные за город. Играть в машинки. Можно построить для них из кубиков целый город. Хватит смотреть мультфильмы. Чем сидеть перед экраном, лучше играть в любимые игры. Машинки. Сериал для мальчиков. Браво, посмотри, у меня новая машинка. Какая машинка, Коля? А я не знаю, я такой никогда не видел. О, это замечательная машинка. Это... погрузчик. Погрузчик – это специальная машина, которая помогает поднимать, опускать и перемещать тяжести. Погрузчики бывают разные.
Это большой телескопический погрузчик. У него большие колеса, выдвигающаяся мачта, и на ее конце зажим. Он может поднимать очень крупные и тяжелые грузы. А это тоже погрузчик? Да, это вилочный погрузчик. Он гораздо меньше, но у него тоже есть мачта. На ее конце вилы, которыми он подцепляет груз. Крабу, одна коробка не поместилась. Это нехорошо, ведь это чей-то подарок. Крабу, смотри, он решил отвезти подарок сам. Это будет нелегко. Погрузчик – это необычная машина. Он не предназначен для долгих поездок по шоссе, а до города далеко. У погрузчика не такой мощный мотор, как у легковых или грузовых машин. Фары не такие яркие, а дворники не такие мощные. О, это, наверное, тот мальчик, который ждет подарок. Да, и этот подарок везет наш погрузчик. Коля, все четыре колеса этого погрузчика ведущие. Они делают его очень устойчивым и проходимым. Почему полицейский не разрешил ему проехать? На время праздника некоторые площади и улицы перекрывают для движения транспорта, чтобы для горожан было больше места. Тогда нам помогут музыканты! Сейчас я его перевезу. Вот.
я не такой сильный, как погрузчик. Ничего, Коля, руки будут сильнее, если будешь по утрам делать зарядку. А ты делаешь? Обязательно, Коля! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Thank you.